Если бы эти прекрасные желтые розы были не просто золотистыми. Кто ты такой? Иуда и Спаситель в одном лице. Шучу, просто посыльный. Не смотри на меня так, Эдди, суровый взгляд тебе не к лицу. Посыльный? Что за чушь? Эдвард Нортон, 26 лет, 4-я группа крови. Работает в финансовой компании. Участвовал в нескольких крупных махинациях и отмывании денег. Был почти пойман с поличным, но не поскупился на предательство и подставил своего коллегу, сбросив все обвинения с себя. А ты плохий, Шэдди. Причина смерти – огнестрельное ранение, полученное при попытке побега с крупной суммы денег из этой же компании. Прижучили тебя, Эдди. Что только люди находят в этих бумажках. Откуда ты все знаешь? Ты что, коп? Хотя, все равно я умираю, тебе нечего с меня взять. В начале 20 века американский ученый Дункан МакДугал провел спорный эксперимент. Он поместил умирающего туберкулезом больного на специальные весы. Спустя 3 часа и 40 минут, как только пациент испустил дух, груз на шкале сдвинулся на 3/4 унции. И составил приблизительно 21 грамм. Это и есть вес человеческой души, вес камня. И он будет положен на чашу весов твоей судьбы. И это ты называешь душой? Это же просто камень. Верить или нет, дело твое, но душа, она существует. Я дам тебе возможность выбора. Если ты выберешь жизнь,
тебе достанется шанс спасти свою душу и искупить грехи. Если ты выберешь смерть, то и так все понятно. Кукота. Подумай. Такое выпадает не каждому. Что за бред? Камни, души, сумасшедшие. Моя жизнь за последние годы сплошная яма. Как ты это перепишешь? Лучше смерть, чем тюрьма. Не в моем стиле уговаривать, но подумай, разве ты совершал только плохие поступки? Что ж, жаль, а ты мне только начал нравиться. Стой, подожди, я передумал, я хочу жить. Дай мне этот шанс. Я не жилец, все равно, какая мне разница? У тебя есть 5 часов, чтобы попробовать изменить свою судьбу. Считай, что я крестная фея. Когда стрелки остановятся, постарайся не превратиться в тыкву. Удачи, Золушка. Что ценнее для человека? Золото или кувшин чистой холодной воды? Я не знаю, успокойся. Воровка много украла. Тебе-то чего? Да ты не злись, я такой же, как и ты. Зачем воруешь? Семья алкашей денег нет, жить хочется. Есть еще вопрос? Нет. Слушай. Держи. Держи. Чего? Тебя не нужны, я не хочу. Обманул судьбу, даже не верится. Всего-то надо было. Степан, а дела не делаются. Отдавай-ка все. Христос сказал: «Убогие блаженны, завиден рог слепцов, калек и нищих. Я их возьму в надзвездные селения, я сделаю их рыцарями неба и назову славнейшими из славных. Пусть, я приму, но как же те другие, чьи мыслью мы теперь живем и дышим, чьи имена звучат нам как призывы, искупят чем они свое величие, как им заплатит воля равновесия?» Иль Беатриче стала проституткой, глухонемым великий Вольфганг Гёте. И Байрон — площадным шутом. О, ужас!